Многие ветераны-подводники, создавшие свою собственную региональную ассоциацию, считают своей главной заботой сохранение памяти о товарищах и популяризацию истории славного подводного флота. Но есть нечто, что гораздо важнее любых узкопрофессиональных хлопот. Это простое человеческое милосердие. Ведь именно этим люди отличаются от прочих божьих тварей. И поэтому многие годы моряки поддерживают тесные отношения с обитателями Свято-Архангела Михайловского женского монастыря. А 4 года тому назад на его территории был установлен памятный знак ветеранам-подводникам, отдавшим силы и жизнь во благо своей родины и ее народа. Тогда же зародилась и идея крещенской благотворительной акции, целью которой была посильная помощь неимущим одесситам и воспитанникам 4 школ-интернатов, которые патронируют обитель. Начиналось все с нескольких теплых вещей, собранных активистами. Но всего за несколько лет эта идея приобрела чрезвычайную популярность среди горожан. Особенно, конечно, этим по-прежнему озабочены подводники. Это мероприятие, которое уже у каждого поселилось в душе. И он к этому делу готовится с тем, что, может быть, хоть чем-то будет облегчена жизнь тем, кому не хватает внимания, ласки, понимания и дружеского участия. Мы вот здесь вещи, игрушки, продукты, вот, значит, кто что может принести, тот и приносит. К ветеранам-подводникам с удовольствием ежегодно присоединяются и воспитанники учебных заведений, где они бывают. На сей раз свои подарки принесли ученики 43-й, 105-й, 107-й одесских школ и курсанты мореходного училища имени Александра Маринеско. Просто помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Ну а каким образом? Ну, принести вещи, которые как бы нам не нужны, как бы поделиться своим чем-то. Мы решили, каждый пошел домой, посмотрел, чем он может поделиться и принес в школу. Вещи, игрушки, там, зимние вещи, летние вещи, то, что могли. Несколько раз читать одну и ту же книгу как-то не сильно интересно, и получается, приобретаешь новые книги, берешь в библиотеке, а старые книги остаются, и они стоят, просто занимают место на полке, и ты как отдаешь людям, которые как бы не знают об этом и не читали книг, и дай. Я надеюсь, что собранное нами как бы послужит кому-то на добро. Настоятельница Свято-Архангела Михайловского монастыря игуменья Серафима убеждена в том, что творить добро достойно всем и всегда. А тот факт, что в праздничный день в обитель пришли вместе представители разных поколений, это залог того, что несмотря ни на какие превратности, человек всегда останется венцом творения. Связка людей умудренных, пожилых, боевых и тех, кому еще предстоит такими стать, связка единства церкви и народа, символичный именно в этот день крещения Господня. Эта акция стала традиционной. Мы каждый год собираемся с нашими боевыми друзьями здесь, на территории женского монастыря, молимся об их здравии, чтобы год для них был благополучным, чтобы наши ветераны еще долго были в строю и чтобы наши дети учились у них доблести, мужеству и духовности. В этот же день в выставочном зале обители открылась живописная выставка под названием «Храмы. Духовность Одессы», где вниманию посетителей представлено несколько десятков картин хорошо известного за пределами нашего города художника Виктора Осетенко и его сына Юрия, чьи выставки проходят по всему миру. Следует отметить, что оба художника не только талантливые профессионалы, вполне владеющие волшебством живописи, но и искренне верующие люди, что чувствуется буквально с первого же взгляда на полотна, исполненные в разных манерах, в разной колористики. Тем не менее, все до единой представленные в экспозиции картины передают ту неповторимую атмосферу, которая неизменно царит у каждого храма. Юлия Чернецкая, Игорь Коваленко, Вести Плюс.